Есть клетчатая плоскость. Хотя бы одна черная клетка есть, на ней стоит белый кролик. Ну, на белой клетке белый кролик, на черной клетке стоит черный кролик. Двигаются только по вертикали или горизонтали. Косые прыжки запрещены. Докажите, что за три прыжка они гарантированно смогут оказаться рядом. Каждая клетка либо белая, либо черная. Белый кролик бегает только по белой клетке, черный бегает только по черной. Просто бесконечная во все стороны. Соседние по стороне. Они могут прыгать на сколько угодно. Да. Хоть на миллион. На сколько хочешь. Белый кролик точно сможет за один попрыгнуть в квадрат, в квадрате. Ну, у него не обязательно квадрат. Множество белых клеток может быть устроено очень хитро. Ну, квадрат, который с черным. Не обязательно. А вдруг вся вертикаль и вся горизонталь белая? Нет, смотрите, математическое рассуждение должно охватывать все случаи. Не везде жили такого диалога, что вы предлагаете, я опровергаю, вы опять предлагаете. Нет, сядьте и продумайте все варианты. Задача намного легче, вам кажется?